Доброго времени суток, приветствую всех на канале Кинотеатр «Растворись в позитиве», обзор 7. В этом выпуске очень много материала по фото. Итак, фильм о наших фотосессиях с Юмахой. Местная лошадка и красивые модели. Здесь и морковка пригодилась. Продолжая тему фотосетов, опять Евгений Братченко, но уже в образе японского солдата имперской армии. Фотографируя Женю, в этот раз решили снять фильм. Кстати, Женя попросила сделать и черно-белый вариант, поэтому оцените, какой лучше. Следующее видео – фрагмент праздника Петровские станции, проведенного театром «Растворись в позитиве», и веселая песня про таксу. Смотрите, как танцуют дети. Ну и в этом выпуске еще про раздельный сбор. Проект по благоустройству театра «Растворить в позитиве» продолжается. Какие баки для раздельного сбора мы установили? И как проходит наша уборка? Перенимайте эстафету, сделайте также у себя. В этом выпуске много сториз. Конечно же, о баках, о мусоре, об уборке. Так, в перчатках только собираем, в перчатках. Дальше. Естественно, наши фотосессии с лошадкой. Аж 3 блока сториз про Евгения Братченко. Японские иероглифы на противогазе. Сколько лет Женя готовил этот образ? Какие еще облики в планах? Очень интересная история про компас. Представляете, купить через Авито и оказался... Вновь лошадка Юмаха, но уже с другими моделями. Ну и детский фотокружок. Главное правило фотографа. Всем приятного просмотра. Ставьте пальчики вверх этому видео. И подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До новых встреч!